уверенная поступь советских пятилеток. Ежедневно мы узнаем о новых трудовых победах советских людей. Каждый на своем рабочем месте, они делают одно общее дело. Приумножают национальное богатство страны Советов. Приближают коммунистическое завтра. Как в зеркале все трудовые свершения советских людей, новые патриотические начинания отражаются на главной выставке страны, выставке достижений народного хозяйства СССР. Здесь можно познакомиться с новейшими достижениями нашего государства во всех областях и сферах. 78 павильонов, около 100 тысяч экспонатов. Сколько времени потребуется, чтобы осмотреть всю экспозицию ВДНХ? Кадры кинохроники 1 августа 1939 года. 40 лет назад на этой территории открылась всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Это было время успешного завершения двух первых пятилеток. Выставка стала смотром трудовых побед, школой высокого мастерства. Традиции сельскохозяйственной выставки продолжает и развивает сегодня выставка достижений народного хозяйства СССР. Здесь можно многое увидеть и многому научиться. Ежегодно павильоны ВДНХ осматривают 11 миллионов посетителей. Уникальная школа передового опыта, главная выставка страны, продолжает свою плодотворную работу.